Сейчас будет обязательно то, чего многие не ждут. Сейчас снова будет наш любимый Юнлен, так называет себя ансамбль «Юный ленинградец». Это вот одна из любимых моих плясок. Ну, честно скажу, что больше всего я люблю матроски, потом у меня тимони есть, и все остальное. А это тоже один из моих любимых танцев. Если наш звукорежиссер готов, то Юнлен тоже готов. Гусачок!